Дорогие друзья, приветствую вас. Закончились горные серпантины и перевалы, и мы подъезжаем в городу к Сочи. На выезд из города огромная пробка. Машины стоят и чуть-чуть двигаются. Проехали направо, своротку на улицу Виноградную, а мы едем прямо в центр. В этом ролике мы проедем по центральным Сочи по тоннелям, дублером курортного проспекта. Всего в Сочи три объездных дороги. Первая, малая объездная, улица Транспорта, была построена еще в советское время. Вторая объездная, обход Сочи, была запущена в 2009 году. Она идет от долины Амуры, пронзает тоннелем 1,5 километра водораздел Амуры и Мацесты, проходит с тыльной стороны горы Бытха, идет по Косогоры Люхи-Бзуку, 2 ростовинских тоннеля, 540 метров, поворачивает к морю, пронзая высокие берега реки Сочи 2 тоннелями, 1530 и 2619 метров, и выходит на Мамайку. Третья объездная, по которой мы едем, Олимпийский проект, дублер курортного проспекта. Он пронзает центр Сочи и соединяет его районы мостами и тоннелями. На 16 километров трассы приходится 15 тоннелей. Он прошел по городским улицам, изрядно исказив городской пейзаж микрорайонов Гагарина, Завокзальный, Фабрициуса. Проезжаем съезд на улицу Чайковского. Посмотреть налево, то можно увидеть микрорайон Макаренко и улицы Вишневой. Сейчас под нами будет река Сочи. Отсюда можно попасть на улицу Горького и Конституции. Вот уже и показался железнодорожный вокзал. Здесь было тяжелое место для стройки. Пересекали не только автомобильные дороги, с мостом на Арену, также и железнодорожную дорогу. Много народа было переселено из ветхих трущоб в современные новостройки. Все сооружение с этими тоннелями и мостами рассчитано на 9-бальную сейсмонагрузку. Самый протяженный в городе тоннель – Мамайский, от улицы Пластунской до микрорайона Мамайка. Его длина составляет 2619 метров.
сегодняшний момент единственный оператор в Сочи, который обеспечивает большинство тоннелей мобильной связью, это Мегафон. Проезжает съезд на улицу Транспортная. А теперь можно увидеть гору Ахун. Это гора в междуречье рек Агура и Хоста. Высшая точка – Большой Ахун. В недрах Ахунского карстового массива насчитывается более 20 пещер. Наиболее известная пещера находится рядом с тропой, соединяющей вершину горы и Агурские водопады. Высота над уровнем моря Большого Ахуна – 963 метра. Подходит к завершению наша поездка по тоннелям. Если вам понравился этот